По решению оперштаба госпиталь при Бендерском психоневрологическом интернате закроют. Из 200 заболевших опекаемых выздоровели почти все. Одна женщина продолжает лечение в Слободейском госпитале. Двое умерли из-за осложнения хронических болезней на фоне коронавируса. Вспышку COVID-19 в Бендерском психоневрологическом интернате зафиксировали еще в середине мая. Проверка по горячим следам показала многочисленные нарушения санитарных требований персоналом учреждения. Так как среди заболевших были в основном недееспособные, в оперштабе тогда приняли решение прямо на базе интерната развернуть коронавирусный госпиталь. Под него отвели несколько корпусов, где разместили больных и тех, у кого подозревали инфекцию. Почти все сотрудники и опекаемые психоневрологического интерната успешно прошли лечение и больше не являются носителями вируса. Госпиталь свою задачу выполнил и больше не нужен.